Россия и Китай работают над созданием широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета Растех. 20 февраля 2019 года Интерфакс. Авн Россия и Китай работают над созданием широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета Растех. Модель перспективного совместного российско-китайского пассажирского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета шафдмс китайское обозначение С-929, в экспозиции 11-го Международного аэрокосмического салона China Airshow 2016 в Чжухае, Китай, перед открытием 31 октября 2016 года Источник изображения – Михаил Жордев www.facebook.com Абудаби ОАЭ. 19 февраля. Интерфакс. Объем российско-китайского военно-технического сотрудничества ВТС 8 лет подряд держится на стабильно высоком уровне, сообщил интерфаксу во вторник директор по международному сотрудничеству и региональной политике Растиховиктор Кладов отметив два крупнейших контракта с КНР по системам ПВО С-400 и боевым самолетом Су-35, он подчеркнул, что, кроме того, с Китаем еще много направлений сотрудничества во всех трех средах, это и земля, и воздух, и вода. По целому ряду тем, подчеркнул В. Кладов, ведутся научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы либо совместные, либо в интересах одной из сторон. В. Кладов также отметил масштабную совместную работу РФ и КНР по созданию широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета «Шаев-ДМС». «Развернута масштабная работа по проекту «Шаев-ДМС», она набирает обороты», — сказал собеседник агентства. «Создано совместное предприятие со штаб-квартирой в Шанхае. Там же он будет собираться». Конструкторское бюро будет создано в России, в Москве Это объединенные усилия Стороны уже договорились, кто за что будет отвечать и что создавать По словам В. Кладова, в данный проект активно включены многие холдинги Растиха Это и сама Объединенная авиастроительная корпорация, УАГ, и Объединенная двигатель строительная корпорация которая создает перспективный двигатель ПД-35 с тягой 35 тонн, и технодинамика, механические системы, и так далее. В этом комплексном проекте хватает много работы для всех авиационных холдингов, сказал В. Кладов. Шайф ДМС – проект самолета, создаваемого ОАКИ китайским авиаконцерном Commercial Aircraft Corporation of China, Сборка Шайф ДМС будет организована на базе заводов в Шанхае которые сейчас используются для производства воздушных судов ARJ-21 и C-919. Вывод на рынок перспективного самолета запланирован на 2025 год. Стоимость программы Шайф ДМС составит от 13 миллиардов долларов до 20 миллиардов долларов в зависимости от ее состава, говорил ранее глава ОАК Юрис Люсарь. 19 февраля 2019 года право на данный материал принадлежат Интерфакс Материал размещен правообладателем в открытом доступе.